Стрелка реки Самара. Безнаказанно выбросить мусор здесь больше не получится. Администрация Самарского района совместно с полицией пристально следит за проблемным участком. Установлены информационные аншлаги о том, что свалка запрещена, и ведется видеонаблюдение. Как только обнаруживают здесь какой-то грузовик, сразу сигнал поступает к нам и в полицию. Выезжаем, задерживаем и проводим административное разбирательство. Нужно зафиксировать не только автомобиль с мусором, но и сам факт выгрузки отходов. И если вот в момент этого разбирательства будут фотоматериалы как и выгрузки, так и прочего, тогда будет максимальный штраф 250 тысяч. Поймать нарушителя за руку во время сброса мусора проблематично, но видеокамеры помогут отыскать виновных. В других районах города подобные меры отлично себя зарекомендовали. Первая камера была поставлена на Карла Маркса в районе БТЦ. У нас ни одного случая не было зафиксировано на предмет несанкционированного складирования. То есть здесь и положительную роль однозначно СМИ сказали, потому что это было озвучено широко. Камеры у нас в онлайне. Нет ни одного факта. С мусором борются и на береговой линии 6-го причала. Сотрудники департамента благоустройства и экологии сменили деловые костюмы на рабочие. На субботник вышли с детьми. Уборка превратилась в игру. Кто быстрее наберет полный пакет мусора. Может быть, даже и самое важное – это воспитательное значение. И я призываю всех самарцев принимать участие в таких мероприятиях, потому что если мы придем на субботник с детьми, то потом дети никогда не будут вот этот вот творить беспредел. Убрать берег Волги важно до начала паводка, чтобы мусор не оказался в реке. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Максим Гусев. События.